подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу легенда 2 на 3 с грядочками, с боковой дверкой. Пока приехали, выгрузились, приступаем к работе. Теплицу поставили, все закрепили, выровняли по уровню. Присоединили стеновую дверь. Сейчас будем крыть теплицу поликарбонатом. Начнем со стен и далее крыша. Сейчас у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 2 на 3. Идем смотреть. Стеновая двухстворчатая дверь у нас тут. Торцы глухие. Форочный блок на приводах. Система подвязки. Две нитки. И грядки сложной формы. Поликарбонат 4 мм. Плотность 0,75. Все торцы защищены торцевым профилем. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, в два ряда, под дверь, один ряд пропилен. Все закреплено, все держится. Вот такая отличная легенда 2 на 3 у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем.